полях продолжается уборка урожая. Вес каравая почти 4,5 миллиона тонн. Убрано 65% площадей. Самые высокие показатели у Минской области. К миллионному рубежу приближается и Брестская. Она лидирует по темпам жатвы. 643 тысячи тонн на молот в Могилевском регионе. Материальную помощь при подготовке к новому учебному году получат почти 100 тысяч семей. В частности, те, которые воспитывают троих и более детей. Для этого нужно обратиться в органы по труду, занятости и социальной защите. Доход родителей на это никак не влияет. Максимальный размер выплат на каждого школьника практически 82 рубля. Но конкретный размер пособия определяют местные советы депутатов. В Беларуси с 13 августа начнут действовать новые тарифы на железнодорожные перевозки пассажиров, багажа и грузов. Изменения коснутся внутриреспубликанского сообщения. Стоимость проезда увеличится на 5-15% в зависимости от расстояния и класса поезда. Более подробная информация на официальном сайте БЖД. В стране после недавнего спада заболеваемости коронавирусом снова отмечается рост. В последние несколько дней суточное увеличение инфицированных около 1000 человек. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали более 450 тысяч. Из них продолжают болеть чуть более 2000 пациентов. Белтехосмотр в июле выдал более 100 тысяч разрешений на допуск к участию в дорожном движении. Напомним, автолюбитель для прохождения процедуры должен взять с собой водительское удостоверение, техпаспорт, страховку. И внешний вид должен быть опрятным. Сотрудники вправе отказать в проведении осмотра, если машина грязная.